Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас большой праздник. Мы представляем второй концерт из нашего музыкального цикла «Песни еврейского местечка». Сегодня песни прозвучат на идыш, на языке, который наши предки нарекли «мамы лошин» — материнская речь. Мне часто задают вопрос, почему мы не переведем наши песни на английский, на русский языки, тогда бы их понимали все. Но именно задача нашего музыкального проекта состоит в том, чтобы песни наших бабушек и дедушек прозвучали на том языке, на котором они были рождены. Прозвучали в своем первозданном варианте. Я точно знаю, что мы с вами, я имею в виду людей старшего и среднего поколения, тех, кто хотя бы урывками застали, услышали эти песни от наших бабушек и дедушек, от наших родителей, от родственников, на свадьбах, на редких пластинках
и концертах, которые давались в 60-е, 70-е годы уже прошлого столетия, все мы являемся тем звеном, которое просто обязано соединить разорванную нить традиций. И песни наших бабушек и дедушек обязательно должны услышать наши дети, а потом и дети наших детей. В этом культурологическая миссия нашего музыкального проекта «Песни еврейского местечка». И еще. Мы ни в коей мере не претендуем на какое-либо историческое или искусствоведческое осмысление данной темы. Мы лишь сегодня будем исполнять песни еврейской души. Среди них много песен, которые родились в местечке. Есть песни, которые пришли в местечко извне. Есть песни, которые написаны первыми иммигрантами в так называемый «Новый свет» в Америку в начале еще прошлого века. И сегодня прозвучат песни, которые мы специально написали для этой программы, потому что согласны с изречением, что если хочешь, чтобы продолжался лес, посади свое дерево. Когда я иногда смотрю в ночное небо, мне кажется, что там высоко-высоко есть галактика по имени Штетле. Там до сих пор наши бабушки делятся рецептом приготовления гефильте фиш. Наши дедушки обсуждают нелегкие парнусы, заработки. Там до сих пор играются свадьбы, звучат детские голоса, перекликающиеся на идиш. Там наши предки. Вы знаете, я уверен, что они сегодня незримо присутствуют здесь. Я также знаю, что они молятся за нас. И эти молитвы, наверное, Бог слышит, потому что сегодня в центре России, в лучшем концертном зале страны, звучат песни еврейских местечек. Нашим бабушкам и дедушкам, нашим родителям с великой любовью и благодарностью мы посвящаем этот концерт. До средел захзих і бердреєм, он брендін досмазил цурик. Ді велт із башафен фар'єдн, башафен фар'єдн баглах. Ой, вунефт мене бісели, хоч нара бісели, мазила бісели глік. Ой, вунефт мене бісели, хоч нара бісели, мазила бісели глік. Менчим зей зухим зей рмазу, зей лойфим зей йогн горги. Норофт мол зей лозун до смазу, вайтергет горвайт гінтерзі. Ми кондо шойн мерні дер йогн, меркей мол ніт хапн цурі. Хой вунефт мене бісели, хоч нора бісели, мазела бісели глі. Нефть мене бісали, хоч нара бісали, мазала бісали глі. А менчво з фармок нора мазу, досі шой фунланг фес гештел. А з нуваста бісали мазу, гемертин диган сенвел. Дівелт із башафу фар'єдн, башафу фар'єдн баглай. Хой вуне писали, хочу написали, мазала писали глі. Ой, вони в тебе написали, хочу написали, мазала писали глі.
злобисела лик. Ба злобисела глик. Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Сейчас мы предложим вашему вниманию песню, которую я лично давно искал. Вернее, конкретно не эту песню, а песню на эту тему. Дело в том, что мы заметили, что среди еврейских песен есть очень много песен, которые посвящены нашим еврейским мамам. Но почему-то я не встречал песню, которая была бы посвящена нашим еврейским папам. Нет, это, конечно, понятно. Наши папы, они как бы всегда находятся в тени у наших мам. И все-таки мы-то с вами знаем, сколько теплоты, заботы, добра мы впитали и впитываем от этого самого дорогого человека.
И сегодня в нашем исполнении старинная еврейская песня звучит впервые. Премьера песни «Майн Тате». Thank you.
видиш ртата, и гип има колът. Вайли пунтайр изер мир без гор. Их вилдал зайн безунт, мэн либер тата. Лойд готс гебор, без вундер цванцы кьор. Владимир Винокур. Владимир Винокур. Спасибо, спасибо, спасибо.
только что вышел на сцену народный артист России Владимир Винокур. Я вам скажу честно, что наша программа как раз и начиналась еще в театре, который был при Росконцерте Владимира Винокура. В те годы, это были 80-е, замшелый конец 80-х, я пришел молодым артистом, и именно в его театре мы впервые начали исполнять еврейские песни, правда, только за рубежом. Я ему очень благодарен, потому что он действительно мой наставник, и действительно благодаря ему появился зародыш этой программы, которую сегодня вы смотрите в этом зале. Спасибо большое, дорогой Володя. Конечно, еврейское местечко славилось прежде всего своими мастеровыми. Бочкари, плотники, парикмахеры, кузнецы, столяры. Мой дедушка по этому поводу даже говорил: «Фимочка, посмотри, какая существует в мире несправедливость. Всем известна вот эта старинная легенда о русском мастере-левше, который сумел подковать английскую блоху. Но почему-то история умалчивает о другом мастере, нашем Мойше, который сделал этой самой блохе обрезание». Да, местечко славилось своими мастеровыми. Но песню, которую мы сейчас споем, мы хотим посвятить аидам ашикерам, евреям-выпивохам. Да-да-да. Каждое еврейское местечко, чего греха таить, могло похвастаться своим фирменным аидом ашикером. Одна часть местечка говорила, что аид ашикер – это хуже, чем гражданская война. Вторая часть местечка утверждала, что местечко без аида ашикера – это все равно, что скрипка без смычка. Мы в этом споре поставим жирную точку. Мы сейчас исполним песню, которую посвятим этим веселым людям, которые всегда навеселе. А теперь разрешите провозгласить маленький тост. Абысалэ, пожалуйста. Еще абысалэ. В 1934 году, более 70 лет назад, на Украине в 8:30 утра по местному времени чечельницкий жестянщик Хаим Воссерфюрер совершил открытие века. Через минуту он открыл второе веко и сказал своей жене Соне историческую фразу. Он сказал: «Соня, солнце мое, человечество делится на две части. Первая часть, как и я...» Нет, давай начнем с тебя. «Первая часть, как и ты, считает, что пить надо зуктер меньше. Вторая часть, как и я, считает, что пить надо зуктер больше. Но обе эти части сходятся в одном. Пить все-таки надо. Лехаи!» Воскрешли Гервер, мир, вайп, тену, лайсик, зайди, шлэк.
Glanz, viel zu kurzer Glanz. Power Depot, der Flasch, это шикарные танцы, онные танцы. Ой-ой, сокер здесь, галмик, фардыган, селектор бегалы, дефицит, дынный шумный бренд. Ой-ой, ока-ка, ока-ока, эй, селектор бегалы, дефицит, дынный шумный бренд. С меткезун медпута, а в швое с флегун с гебн димута, а милхи кинзу, мед милхи кетей геле гевен баунца фулышту, мед ингеле. Мой холим, и денкин манзи корн, ди мамы от гекокцу сус гебак. Хвалкет мол нит фаргесен, гешмак с гевен да сесен, гефил ты фишун книши смит кабак. We'll be right back.
mit fragen sich dem Seider, man geht nicht in dem Keider und Geld als auch auf Haneke mit geht. Спасибо, спасибо, дорогие друзья. А сейчас я хочу представить вам коллектив со своим сольным номером, который вот уже несколько лет вместе со мной ездит по всем странам, куда мы возим наш спектакль, всегда пользуется неизменным успехом. Музыкальная группа «Акапелла Экспресс». Вечерний звон, вечерний звон.
целом, как много дом. Наводит он пара, пара, папа, 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 папа.
kaute nachtaregen dicke finsteru metu steit ein gille verfroren und kubzutaru schir der regen Seine Augen betten jeden Stuhl. Ei, Deutsche, Deutsche Papyrossen, trunkenes und Regen nicht vergossen. Deutsche Billig, Benemones, Idenot auf mir, Achmones. Rate veta io sono fonto Ich hab schon mehr kein Keuch nicht herum zu gehen in Gas Ob gerissen nun herrig und fuhr Ich schlepp warum sich von Beginnen keiner gibt mir zu verdienen alle lachen machen von mir Spaß Ei, Deutsche, Deutsche Papyrossen Сегодня в нашем исполнении премьера песни. Эта песня называется «Акошере качка». Что такое кошере, вы знаете, это кошерное. Качка – это утка. Ну, там будут еще шойхеты, знаете, это резчики. Ну, в общем, сейчас вы все увидите. Я только хочу сказать одну очень важную деталь, что в этой песне поется о том, даже не в песне, а в куплетах, о том, что никогда не надо заглядываться на чужих мужей. Итак, мы приглашаем вас на кошерную качку в некошерный ресторан. Ich geh sich
wie a Katschke gay. Und drei mit dem Zurück wie a Katschke drei. Mit getochte Fissel in euch hervor. Mit scheine Manier nach mir Rasajor. Von kostere Katschkes. Mit der Mauer läuft und dem Gornen zwei, a ganz a hoiche und a fette in Leib. Sie tut mich a Walger, ich weiß die Verwurz und flint wie a Scheuche, sie blutet mein Nos. Es tanzen Scheuche in die Zahle. Государственный мюзикл. Московский государственный ансамбль танца «Русские сезоны». Ну а сейчас мы приглашаем вас на очень старинную, прекрасную песню, которая сейчас прозвучит в этом зале.
schloft, als der Rebbe schloft, schlofen alle Chassidim, schlofen alle Chassidim. Аз де ребе танц, танцы на лехасидим, танцы на лехасидим, а мы хае! Ах, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ах, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, танцы на лехасидим.